Переход женщины из молодости в зрелость – естественный процесс, которого не нужно стесняться. Однако с ним связаны интимные вопросы, которые можно задать только опытному врачу. Скажите, доктор, какие обследования необходимо проходить женщинам в период переменопаузы? В период переменопаузы женщине необходимо пройти комплексное гинекологическое обследование, включающее в себя лабораторные и инструментальные методы диагностики, такие как цитологическое исследование мазков шейки матки, гормональный профиль женщины, определение биохимического уровня крови, липидограмма, коагулограмма, а в некоторых случаях определить дисбаланс витаминов и микроэлементов. Из инструментальных методов диагностики пациенткам в менопаузе рекомендовано проходить ультразвуковое исследование органов малого таза, остеоденситометрию и маммографию. Посещать гинеколога необходимо один раз в год, а в случае возникновения жалоб – незамедлительно. А существуют ли какие-то методики, которые способствуют продлению женской молодости? В современном мире, в отличие от прошлых веков, женщина занимает активную жизненную позицию. И одним из факторов, значительно влияющих на качество жизни женщины в менопаузе, наряду с эстроген-дефицитными состояниями, является изменение внешности. Происходят структурные изменения в области наружных половых органов, дисбаланс микрофлоры, что приводит к таким симптомам, как сухость, дискомфорт, нарушение мочеиспускания. С помощью эстетической гинекологии возможно решить такие вопросы, как устранение гормонального дисбаланса, нормализация обмена веществ по всем направлениям, восстановление либидо, коррекция состояния тканей наружных половых органов. Это интимная контурная пластика, биоревитализация, плазмолифтинг интимной зоны и укрепление мышц тазового дна. Все методики подбираются индивидуально после полного гинекологического обследования. В результате системного подхода у современной женщины есть возможность не только сохранить здоровье в период менопаузы, но также продлить молодость и красоту.